Привет, друзья, приветствую всех. Надеюсь, меня слышно. Сейчас мы находимся в баре «Прогноз погоды» на метро «Белорусская». Вот. Очень приятно, что много людей пришло. И передаем огромный привет тем, кто не пришел. Вот, собственно, я вхожу именно в самое действо. У нас довольно-таки шумно, много народу. Это место было открыто не так давно, года, наверное. Вот. Освещение у нас не очень хорошее. Сейчас у нас выступает. Мы там летали на мотор со своей дорогой. Сейчас я вам покажу. Вот. Мы нашли огромную систему оврагов. Эта система оврагов промыла очень старая река. В итоге там есть перепад, ну, порядка 40 метров. 40-50 метров. Он изрезал всевозможными оврагами несколько систем, на которых ехать буквально минут 15. Соответственно, в прошлом году мы проводили мероприятие на новом склоне. Каждый год мы делаем шаг. Миша рассказывает нам про хваленские гонки. Сейчас мы проходим. Первый, самый лучший спот, который мы сделали, это район Тимеи. Ребята, кого мы встретили? Девчата, вообще. Ребята, гонки вообще отлично. Мы с тобой! Я что-то говорил просто... Вот, на самом деле мы достаточно... Я быстро закончу, я не хочу разгрузить. Вот, познакомился сюда, с девчулей, вот, зовут Катюха. Представься. Смотрите сюда. Это мы рельеф, давно который есть там. Вот, да. Вот вообще прям огонь. Мы сравниваем вообще прям рельеф, просто космос. Просто тундры, космос, да, дорогуша? Да, практически вот, ну, то есть вообще все прекрасно. Мы живем, не знаю, как вы. Я не понимаю, почему вы не здесь. Почему вы не здесь? Ответьте сами себе на этот вопрос. Плоскости Земли, ну, имеется в виду, обычно. Зря. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Кто тут у нас еще есть? Посмотрим. Вот это лицо, прошлый май, то есть слева. Сейчас мы проводим, сейчас справа. Всем привет. Все остальные, кто со мной собирался. Так, ребят, вы пропускаете большое действие. Ну, это на самом деле штука. Правда, очень весело. У нас большая насыщенная программа. Плюс вот у нас... Чего? Привет, Фейсбук! Смотрите, кто еще у нас есть. Вот, ну, короче, космос, даже можно, скажу по секрету, как организатора, забить на точки и понять. Даже Белла у нас там, смотрите. Что я этому говорил? Давай, Миша, сделай. Прямо таки гость программы. А я теперь немножко расскажу про то, как туда добраться, ну что это. У вас еще есть время нам присоединиться. Да, это просто представьте. Напоминаю, мы находимся на метро «Белорусская». Вот так выглядит спот «Хваленские гонки». Бар «Прогноз погоды». Если ты выходишь вот сюда... Встаешь, запускаешь кайф, смотришь по сторонам, ты не видишь ничего.